Чистой воды нет. Стало известно, что все-таки такое сливали в водоем в Слободе Малые Ряби, из-за чего местные жители стали жаловаться на невыносимый запах и проблемы со здоровьем. В воде у жилых домов оказалась чуть ли не вся таблица Менделеева. При этом еще какое-то время назад кировчане набирали у местного ручья воду для приготовления пищи. С жалобами на неприятный запах от воды жители Слободы Малые Ряби обратились к активистам ОНФ в августе. Людям приходилось спать закрытыми окнами. В воздухе стоял удушливый запах. В пробах воды специалисты нашли огромное содержание аммиачных соединений, фенолов, меди, цинка, нефтепродуктов и формальдегидов. Судя по всему, водоем свои отходы сливает промышленное предприятие. Причем делает это в больших объемах – цистернами. Природоохранная прокуратура и Министерство охраны окружающей среды говорят, что установить, кто конкретно портит воду и воздух, невозможно. В администрации сообщили, что летом была зафиксирована утечка стоков из канализационного коллектора одного из промышленных предприятий, который работает в юго-западном районе.